А вот моя камерка, на которую я снимаю. Room tour. Слушайте, а похоже на нашу хату? Да. Пол, как у нас. Я не знаю, какой раз я уже пытаюсь худеть. Здесь идет текст, который я читаю. Купил такой непонятный сок. Фух, ребятушки. Только что, в общем-то, закончил собирать тумбочку для будущего телесуфлера. Точнее, телесуфлер у меня уже есть. Это вот такая штука, очень дорогая. Хотя, честно, самому делать, то дешевле все стоит. По виду это сейчас обычная, самая обычная тумба. Но потом эта штука крепится сверху. Снизу я фигачу туда колесики, чтобы эта штука была передвижная. Сюда вешается один монитор. У меня уже он есть, я его купил. IPS-экран фирмы Ergo. Мне еще должны будут второй привезти. То есть один для того, чтобы я видел то, что я снимаю. Другой для оператора, который меня снимает. Короче, это будет просто зверюга. Ну и потом это все уже увидите. А вот моя камерка, на которой я снимаю. Это Canon FX400. Плюс на него у меня еще шлинза дополнительная. Ну, очень дорогая техника, но она снимает очень круто. Хорошее качество, 4К, 50 кадров в секунду. Обожаю такие разрешения. Итак, ребятушки, сегодня я вам покажу квартиру мамы и дяди Гены. Итак, поехали. Room tour. Слушайте, а похоже на нашу хату? Да. Реально похоже. О, всех зеркало снеж повесили. Ух ты, смотри, как оно висит классно. Да, ну что это такое? Красиво. Даже не видно, что оно это, оттопыривается. Класс, заходишь, сам с собой здороваешься. Здрасте. Здрасте. Ой, блин, снеж. Кстати, красивая у них эта штучка. А, да, черная. У нас не такая, у нас обычная. У нас, да, у вас такая прям мажорненькая. Тут под всякие Саша проводки, все правильно выведено. Вот видно. О, любимая. Ой, мама розетки мажорные, смотри, вот какие. Такие. Смотри, какие мама розетки. Это выключатели. Смотри. И розетки классные взяли. О, так вы взяли, как у нас только белые такие. Да. Стеклянные. Да. И розетки только одинарные, просто их двойных нету, не существует. Ух ты. Ух ты. Давай ванну смотреть. Так, ребят, смотрим, что тут ванна. Тут, конечно, сейчас стоит немножко. Так, включайте свет. Ого, ого. Ух ты, какая тумбочка. А я видел ее. Как красиво. Четко. Тоже такая штука круглая. Вымытая такая, прям вообще белоснежная. Она офигеть. С этим просто смотрится, как по-другому. Классно, только умывальничек, вот он. Красиво. Зеркальце тоже такое? Нет, ну концовка, но это. А, ого, какое яркое. Да. Для слепых. Да. Пол, как у нас, красивый. Так, унитаз красивый. Ванна вообще шикарная. Ага, если унитаз старый стоит здесь, то уже тут стоит какой-то уже красивый, да? Да. А ну-ка, оценим. Оп. Да вы ж, ого. Вау, смотри, какое зеркало. Ого, слушайте, нифига себе вы забабахали. Да, красиво. Тут как красиво, оп, эта штучка высунута. С их снизу все красиво подключено, удобненько. Угу. Напор нормально, все четенько. Тут розеточка выведена. О, слизнешки эти ручки нормальные. Нам бы тоже скоро менять будут ручки, потому что наши ручки уже как начали стираться. Ну, еще пока не будем менять, но... Да. Ага, красиво. Вот кухонька. Вот клеемники, мам, твои. Вот они спрятаны. Смотри, вот какие резеточки, мамы тоже. У нас такие же тоже. Я знаю. Вон духовка мамы у нас стоит. Вот мамин балкон. Блин, слушай, реально, все практически как у нас. А где мамина духовка? Духовка вот стоит. А, это бочка, да? Вот розеточки. Да, вообще да, красиво как. Блин, слушай, ну вот чувствуется прям, что ты в какой-то хате такой офигенный. Ульт какой-то. Классно. А цвет меняет. Цвет и яркость тоже делает. Оп, белее, желтее. То есть лежишь себе, не захотелось вставать, тебе такая оп, пойдет. Четко. Тут все по-правильному сделано, выведено просто красивенько. Классно. Ну, видно, что делали же. Знаете, у меня просто делали ремонт, знаете, так типа по ходу, ой, там тупанули, ой, там туда что-то. А тут уже на ошибках научились. Ого! Ну да. А это что такие? Как у нас в спальне. А, вы взяли такие все-таки плинтуса, да? Да, мы взяли под эту.
Под пол. Не, хорошо смотрится, да. Ага, у вас сделали точку, что я просил для этого, для телевизора. Красиво. Это зеркало такое большое, классное. О, какая большая комната. Даже эхо такое идет. Четко. Тебе вообще само нравится? Очень нравится, красиво. Четко, тут вообще прям зеркальное все такое. Отражается. Тут будут еще, мама, кондиционеры висеть. Блин, розетки у тебя очень красивые. Вот реально такие дорогие. Очень дорогие розетки смотрятся. Класс. Обойчики, все. Я вас поздравляю. Спасибо. Сейчас мы, ребятушки, что сделаем? Это все идем обмывать. Мать выставляется с Евгеной за эту всю красоту. Потому что реально очень красиво, очень богато смотрится. Квартира очень большая. Очень богато смотрится, очень все так вот, прям вот, ух. Это чтоб оставалось или что это? Это будет Саша, когда мы дверь поставим, он уже доделает. А, облицовочка типа. Облицовку сделаем. Ага. И тут еще у мамы стоит входная дверь. Уже новая приехала, какая-то тяжелая. Ого, да, такая. Да, ого, сраться можно с этой дверью. А это старая от застройщика дверь, она снимется. И это уже будет ставиться в дверь. Я не знаю, какой раз я уже пытаюсь худеть. Ну, скажу так, я худею, но не такими темпами, как хотелось бы. Мой вес составляет, в общем-то, 117 килограмм. Сегодня я взвесился, уже было 115, ну, 116 килограмм я скинул. Ну, это вообще не тот результат, который может меня как-то обрадовать. И мы со Снежкой посоветовались со всей семьей, что мы все будем стараться худеть. Первое, что я решил сделать, это полностью кардинально изменить питание. Будет 90 дней трансформации. Ну и постепенно будем смотреть, как вообще сбрасывается вес. И также скоро мы начнем ходить уже в тренажерный зал. Но у меня больше будут кардио-тренировки, чем силовые. Потому что первая задача мне не набрать мышечную массу, а именно скинуть жировую. Вот, ребят. Если вам интересно смотреть этой трансформации, то оставайтесь со мной. Я постараюсь вас тоже чем-то все-таки радовать и показывать какие-то свои результаты. А вот он. А вот видите, это есть я. Вывели отсюда вот такой вот экранчик. Сзади на моем большом мониторе включается хромакей, этот такой зеленый фон. Здесь идет текст, который я читаю, но камера его не улавливает. Оно читает с этого экранчика, идет отражение на специальное, в общем-то, такое стекло, которое отражает. Тут сверху стоит камера. С этой камеры идет HDMI выход на два кабеля. Эти два кабеля, в общем-то, показывают в реальном времени на два монитора. Один монитор нужен для меня, для того, чтобы я видел себя. Второй монитор идет для того, чтобы оператор видел, что он снимает. Тут он управляет текстом. Может управлять как оператор. Также могу управлять и я вот этими вот педальками. То есть нажимаю педальку, текст ускоряется. Нажимаю стоп. Решил подумать, что-то рассказать. Нажал, ну, либо умедлил скорость. То есть, можно делать такое вот управление. Здесь присобачена хорошая розетка, которая идет полностью все питание. Осталось еще одно гнездо для светильника, такого бокса, для того, чтобы, если вдруг мне захочется, либо что-то еще. То есть, питание идет со всего. Камера, первое питание. Монитор, второе питание. Этот монитор, третье питание. Этот монитор, четвертое питание. Ноутбук, пятое питание. Питание. В итоге вот 5 розеток они есть. То есть очень много мониторов всяких, но, ребят, как вам такая вообще штука была? Обычная тумбочка. Вот немножко ее, в общем-то, так модернизировал, в такого трансформера. Ну, скажу честно, ну, крутая вещь. Очень крутая. То есть, видите, можно там вот бывает равнять это все дело, выстраивать по высоте и так далее. А сзади потом еще будет хромакей работать. То есть включается телевизор. То есть я уже стою на зеленом фоне. Ну, единственное, видите, я пока в тени, потому что оно настроило на задний фон, на заднюю яркость, если выстраивается на меня. Вот, оно, нужно тут, конечно, подсветка еще. А так вообще получается какая-то тень. Если смотреть на экран, реально, я как будто в какой-то тени стою и это все рассказываю. Ну, потому что сзади экран светится намного ярче. Если мы возьмем, в общем-то, уменьшим яркость, и нас становится видно. Ну, у меня стоит просто ручные настройки. Сейчас, оп. Ну, тут надо еще отстраиваться, конечно, чтобы оно все правильно работало. Это цветокоррекция. Ну, вот как-то вот так, видите, я могу менять задний фон, делать его более зеленым. Могу делать менее зеленым. И вот в таком вот моменте это все делается. Так что такой вот суфлерчик. Ребятушки, купил такой непонятный сок.
яблочно-буряковый, то есть свекла. Честно, когда я его пил, такое чувство, что, не знаю, какой-то сладкий борщ ел. Ну, такой, знаете, непонятный вкус. Ну, вроде бы неплохо, но отдает борщом. Прям таким буряком, что звездец. Но сладенькое. Ну, непонятно, ребят. Не знаю, кто из вас пробовал. Там у них вообще есть три вкуса. Вот яблочно с буряком, потом есть с горбузом и еще с какой-то хренью, которые вроде бы вообще не сочетаются. Но продается такое в Ашане. Честно, непонятный вкус. Но прямой джим, чистый сок. Ты такой вот носик нажимаешь себе, набираешь и пьешь.